пепел в носу. А ты представь, каково мне. Не могу. Ого, водопад из лавы. Лавопад. Ну да, красиво и совсем не страшно. Еще один меч. Знать бы, сколько их тут. А, 6. Так голос сказал. Готов? Готов. Следуй за мной. Конечно. Смотри, Драуг! Ладони вспотели, еле лук держу. А у меня нос чешется. Нашел еще меч. Готов? Готов. Ну, а, ты мальчику, я понял. Драуг!
тут еще пришли! Кого пропустил? Что ж такое? Новые твари! Еще враги! Снова они! Рума!
Еще группа справа! Готовься, мальчик. Хорошо. Я вижу путь наверх. Ой, рука осталась без волос. Если все идет легко, какое же это испытание? Готов, мальчик. Готов. Я готов.
Я смотрю, в этом ты уже весьма преуспел. Вот и они. Я готов. Уже можно идти. Драма! Да тут полно драугов! Ты тут кое-кого пропустил! Открылись другие врата. Если бы к этой жаре добавить холод Хельхейма, было бы в самый раз. Если бы у все отца были крылья, он был бы драконом. А? Обычно я не особенно боюсь высоты, но держись крепче. Полностью согласен. Валькирия! Осторожней! Началось!
Живой? Я уже готов.
тебя все в порядке! Yeah!
червь! Oh!
Свобода. Свобода? Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну ладно. Вальхалла ждет. Прощай. Невероятно. Кажется, что ее тело было для нее тюрьмой. Она будто бы хотела, чтобы ее убили. Тогда к чему было сражаться? Неважно. Главное, что мы поступили правильно. Надо поискать других валькирий. Других? Они сильнее, чем все, кто нам встречался. Для тебя это полезный опыт. Да, мало кто сильнее валькирий. Он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. Думаешь, Мимир, что Бальдру от нас нужно? Итак, что нам известно? Бальдр, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Один. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Он повелитель асов, но его власть не безгранична. И те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. Что вам на этот раз нужно? Все? Целился на Йотунхейм? Да,
Это одно из его главных устремлений. Но в этом же нет смысла, Мимир. Да? Где это я потерял смысл? Ты говоришь, что Бальдер выследил нас, чтобы найти путь к Йотунгу. Тогда еще сами не знали, что нам туда надо. Это бред. Но все-таки, вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Я запутался. Ну, значит, ты меня слушал. Здесь. Плохо пахнет. Фу. Что это? Туман проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко этот Нифльхейм. Сын, сюда. Слушаюсь. Посмотрим. И что это за странная штука? Да, странный материал. Что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Ну, что вас привело, друзья? Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет. Грабли подальше от моего топора. Если ты не спешишь...